Ошибка 5/1. Ты делаешь тренировки друзей. И это видео — это дополнение к посту, который я написал в текстовом формате. Самая большая проблема совместных занятий — это показать, на что ты способен. Ну, чтобы перед парнями просто было не стыдно. Вторая проблема — то, что твой тренировочный график начинает зависеть от тренировочного графика твоих друзей. Потому что сам ты не в состоянии сходить в спортзал, позаниматься просто, да, не болтая там о жизни, о делах и о чем-то еще. Третья проблема — это доверие. Да, друг плохого не посоветует, но он банально может не знать, что делать, допустим, при ситуации, когда ты начинаешь отжиматься на брусьях и у тебя болит грудина. Не нужно продолжать делать брусья. Есть множество дополнительных упражнений, которые подготовят планомерно твои связки, сухожилия, суставы, и ты избежишь глубоких болевых ощущений. Четвертая проблема — это то, что он тебя банально научит, ну, неправильной технике. Даст тебе технику из пауэрлифтинга в тех же приседаниях, заставит тебе штангу положить глубоко назад, заламывая себе плечи, наклонить тебя вперед, поставить тебе ноги пошире, хотя это все вообще не подходит твоему телосложению, но он сам так учился и многих нюансов, которые определяют индивидуальный подход каждому, просто не знает. Заметил, да? Как из одной ошибки вылазит 5-7 сопутствующих. И я скоро продолжу. Подписывайся.